Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кирилл Геймер, Гусанёк, Дэн, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Привет. Ребятушки, тысячу лет мы не играли, 5 ночей с пони. Если опять текушки, приятного аппетита, погнали. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Каждый ваш лайк приближает нас к победе, потому что чувствуем, что здесь будем проигрывать не один раз. А ну, вставай, проверим, дверь убивает или нет. Ой, я тебе поехался. Так, фонари здесь работают. Здесь у нас. Блин, да, я всех убиваю этими дверями. Классные двери, мне они нравятся. Так, буду лучше, наверное, ночным режимом, потому что мы тогда сможем видеть, где находятся эти пони. Опа, а уже в коридорчике. На сцене одной пони нету. Очень детализированная карта. Кстати, уже одна приближается к нам, паниха. Правильно я говорю? Паниха? Панчиха. Блин, я даже боюсь выходить, потому что мы сразу сольемся. Капец, я просто вот так вот из стороны в сторону бегаю, чтобы, если что, увидеть кого-то. А мы увидим, не переживай. Она вот здесь стоит, но у нас есть буквально несколько секунд, буквально 2 секунды. Если мы не успеваем закрывать, то мы сливаемся. Но у нас собрались самые профессиональные пацаны, поэтому нам ничего не страшно. Одна уже приближается, ребята. Блин, реально, у нас свет горит, и из-за этого не было, ну, разряжалось чем быстро. Нифига себе, даже просто свет, и тоже энергия садится. Что здесь за аккумуляторы слабые? Очень убитые аккумуляторы. Энергия все равно садится. Ну садится. Но она не так быстро. Должно быть 50% в 3 часа ночи. Тогда это мы пройдем. Но это будет прям в притирку. Так, я тогда буду левую часть чекать, потому что она первая придет. Ну и с правой стороны она здесь возле окна может появиться? Или вот сюда прийти? Вы обязательно слушайте. Они еще конченые звуки издают. Например. Сейчас ты увидишь, когда мы проиграем. Блин, ну если мы в первую ночь сольемся, я буду орать со всей силы. Я не хочу проиграть, я хочу затащить. Но если проиграем, зато выключим здесь свет и все, и нормально выиграем. Не, ну 67% и 2 часа. Сейчас будет уже 3, получается у нас где-то около 60% будет. Это даже с небольшим запасом. Ребята, она уже приближается. Какая она стрёмная. О, справа пони ушла. А, нет, не ушла. Вы смотрите, здесь. Они могут обмануть нас. Да они реально вон на диванчике до сих пор стоит. Ну я буду очень... Ой, отойдите. Нажимайте, закрывайте дверь, мы проиграем, вы чё, пацаны? Я сразу знал, что взял профессионала, мы чуть не слились, а вы чё, гоните? Так, а теперь как узнать, что она ушла? Ее нету здесь. Вот, еще одна пришла, смотрите, стрёмная. Ой, уже их две. Да. Так, отходим. Ой! Чё за бред? А, когда 3 часа ночи? Это означает, что они радуются и нас готовы убить. Я не знаю, что это означает, но что это означает. Так, 5 часов ночи. Ребята, остался 1 час, и мы затащим. Но вот сейчас может самый быть обманчивый поступок от этих злостных пони. А если ты выйдешь, ты проиграешь сразу. Вот пройдись. У нас не сбросится ночь, не переживай. Я ж уже проигрывал. Иди. Боюсь. Да не бойся. Есть! Опа! Фух, блин, да я сам дернулся, вы понимаете, как они хотят обмануть вас? Пони марионетка пришла. Все, заходи, закрываем двери. Все. Ну нафиг, ребята, мы хотим протащить, у нас еще 38%, поэтому лучше подождать. Хотя я вообще думал, что уже ночь кончится, почему так долго этот час последний длится? Давай, танцуй, мы затащили! Что-то проценты начали капать. Есть! Ребята, сразу видно, вы все поставили лайки, написали комментарии, вы пройдете. Хэштег, вы пройдете, ребята. Вторая ночь. Так, смотрите, насколько быстро они же начинают нас атаковать. С правой стороны есть кто-то? Нет. Ой, левая сторона. Еще одна, смотрите, уже двое. Так. Я сразу руку держу на калитке. 90%, отлично. Камера никто, да, не клацает? Все нормально? Не, никто. Ушла. Отошла. Я ее вижу. С этой стороны есть кто-то? Нету. В дверях стоит. В дверях? А, с левой стороны, я понял. С правой стороны вообще резко начинают атаковать. Поэтому с правой стороны более тяжелее будет, чем слева закрывать. Блин, если честно, немножко переживаю. Даже руки вспотели. Я знаю, что они очень хитрые. Они могут просто с двух сторон резко напасть. Так, справа есть эта марионетка. Есть, да, уже? Дай хоть посмотри на нее. Да, я вижу, реально похоже на марионеточку. Ушли! А, еще одна в дверях стоит. Ладно, ждем. Но я так понимаю, что они не могут просто сдалека телепортироваться. По-любому надо сюда ближе подойти, а потом только уже на окно прыгнуть. Или в дверях стать. Блин, как для второй ночи тоже как-то спокойно, не понимаю ничего. Она на диванчике. На диванчике. Я тоже хочу пойти на диван. Пацаны, кто не сыт, идите прогуляйтесь.
Давай, иди. Кстати, ты только выйдешь туда, сразу проиграешь. Смотрите, наблюдаем, как он сольется. Ай. Ты просто умер? А, от времени провождения от времени. За офисом. Да. Пять секунд где-то ты пробыл там. Так, правый дверчик этим. Так, я иду. Никого нету. Вот она уже здесь. Смотрите, чтобы она... Я успел, еще бы чуть-чуть и слились. Господи, ребята, вот это был бы, конечно, фейл с моей стороны. Так, я так понимаю, там никого нету? Блин, это было очень резко. Возле двери обязательно кто-то стойте возле кнопки. Да вон стоит. Сучит! Вот-вот, я... Блин, ребята, как мы все переживаем, блин, класс. Давай. Так, получается, они всего атаковали нас два раза. Все, да. Чё так слабо? Давайте, пони, хочу жестче. Ну, видишь, знаешь, на одного тебя могут напасть, а на нас четверых нет. Боятся. Очень агрессивно. У нас еще волчара с таким хвостом бегает здесь деловой, конечно. Да, это же смерть. Да? Его смерть зовут, да. А, я не знал. Пацаны, вы с правой стороны смотрите? Да смотрим, смотрим, да. Вы же помните, они могут резко подойти. Интересно, они могут сразу двое атаковать возле двери на окно? Это уже будет прикольно. Да даже если хоть один атакует, все равно уже надо закрыть. Вы замечаете, что вторая ночь какая-то легкая? О, там сразу две пони, да. Где-где-где? Там справа сразу две пони у нас стоит. Проходит там. А, ой. А, это та, которая была слева. Ну, изи пока. Она меня гипнотизирует, пацаны. Я не могу оторвать взгляд от нее. Это гипноз. Да, цыганский. Нормально. Я заметил, ой, что с правой стороны только эта марионетка, да, приходит? Вон она опять стоит там. Не только, там еще одна стоит, только она за дверями. Прячется. Ребята, они стесняются. На третью ночь они уже, так понимаю, стесняться не будут особо. Короче, мы можем вообще потом тут поставить себе диван и просто включить мультики и залипать на диване, пока они там будут ходить, развлекаться. Но это Q-меню у нас тут не работает. Да, кстати, ребята, мы не можем вообще ничего. Настолько урезаны здесь правила, мы даже, по сути, кроме как ночной режим, мы ничего не можем использовать. Ничего не работает. Эй, пони, вы что так слабо атакуете? Давайте убейте гусанька хотя бы. Стучи! Блин, да, хотела убить. Смотрите, какое лицо у нее стрёмное. Она еще улыбается. Так, все, она вроде ушла. Кстати, они очень, да, мало находятся возле двери. Если обычный FNAF брать, то они прям там по 10 секунд стоят и всю энергию забирают. Особенно вонючий Фокси, когда бегает, всю энергию ворует. А здесь просто. Мне кажется, я же говорю, если свет включить, то до конца нашей ночи будет где-то, мне кажется, 20 либо 10 энергии. Наверное, на это расчет, что если бы у нас, да, кончалась бы быстрее энергия, была бы намного тяжелее. А так как-то на лайтове. А как по-другому могли бы энергию экономить? Они и так приходят, мы закрываем двери вовремя. Ушла. Вау. Так, ну что, ребята, вот мы и прошли вторую ночь. Давайте и третью пройдем. Делаем по красоте. Мы еще, кстати, на записи никогда три ночи подряд не проходили. Так что вы попали на классный ролик Димас ТВ, где можно будет увидеть три ночи. И третья ночь, скорее всего, мы сольемся. Не знаю почему, но у меня такая чуечка. И как я лобаю брейкданс? Да. На голове у пони. Было бы классно. Так, выключаем сразу свет. Oh, hey. How are you? О, это мне там поговори еще. Так, ребята, делаем ставки. Какой шанс, что мы сейчас не сольемся? Ну, процентов 35. 70%. Мы на 70%, что мы выиграем. Я бы хотел, вот раньше, кстати, можно было выставлять ночи. Я на самом деле хотел перед записью именно пройти последние пятую, шестую ночь. Короче, последние ночи хотел пройти, считальчик, блин. Ну нельзя выставлять ночи, они убрали все полностью, всю меню. Нельзя теперь ничего менять, никакие настройки. У нас есть вот такое вот меню, так оно не работает. Я даже нажимаю аниматроник, я не могу за аниматроник. Блин, я хотел сказать, ладно, подловила меня, ушла. Кстати, вы заметили? Просто мгновенно, уже 12 часов первая атака пошла. Ждем. Так, поэтому Дэн отвечает за... Мария идет. Да. О, ой, закрывайте, закрывайте, закрывайте. А. Блин, вы меня испугали. Это новый, кстати, персонаж. Пацаны, да, какой шанс еще к тому, что если мы проиграем, мы начнем с первой ночи? Нет. Я не буду, я не хочу. Поэтому, пацаны, мы должны реально очень сильно стараться. Очень. Нет, смотри, у нас тут новая пони. Да? Вон. Злая. Пинки Пай. С третьей ночи, видите, ребята оживают, вот такие уже у нас пошли поняхи. Так, две это как, опять. Это как Фредди? Да. Какая она страшная. Очень страшная, если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
А уже смотрите, прям какие-то звуки странные подают. Какой-то смех похожий на твой. Да? Мария. Да, я не так не смеюсь, э? Так, давай час смейся. Ночи. Не буду, давай не смейся. Буду, не буду. Мы, я буду смеяться, смейся. Когда мы сольемся. Тогда я посмеюсь над нами, над всеми. И над собой тоже. И над сканей. Ну, естественно. Так, не отходим. А что вы закрыли? Она постучит в двери, кстати. Да, да. Ну, с третьей ночи тайминги уменьшаются. То есть надо теперь намного быстрее успевать закрывать двери. Короче, я обещаю, если мы пройдем все ночи, я буду над каждой пони брейк-лапом. Молодец. Это хорошо. А у нас только 76%. Вы так быстро тоже не открывайте, у них там тоже есть такая фишка, надо немножко подождать после того, как она уходит. Еще они не атакуют с моей стороны практически, вообще ноль. И у нас тоже. Вы что там, давайте просыпайтесь, ну, а что они вообще? Перед резнёй. Ой. Ой, пришла. Нажимайте. Выходите! Не стоишь. Заходите. А что было? Это вы видели, с экрана вылезло. Надо выходить в это время, когда она с экрана вылазит. Отсюда? Да. Блин, я же забыл, что есть такая фишка здесь. Да. Так, там никого нету, давайте откроем дверь. Блин, я не знаю, она убивает так или не убивает? Убивает, наверное, убивает. Давайте лучше подождем. А если она так долго будет стоять? Ничего страшного, энергии у нас. Хотя энергии, ну... Ну давай, и 50 еще, у нас будет сейчас 3 часа, и будет все равно 50%. Долго стоит? А можно по камерам, кстати, включить и посмотреть, стоит она там или нет. А, по зеркалу, в зеркале видно ее там или нет? Там же зеркало, нет. Видите, так расположено. Я вижу ее, да, она там стоит. Да. Марионетка пришла. Блин, ребята, вот и начинаются уже первые приколы, первые сложности. Мы не знаем, как точно они атакуют, но мне кажется, они не атакуют на таком расстоянии. Ну, блин, открывать стрёмно. А чего камеру включили? Выключите. А кто включил? Как камеру выключить? Как мне их здесь выключить? Не знаю, может оно просто... А, так они были и так включены. А, да, у нас какая-то рахитная фигня стояла. Там просто темное слишком что-то стояло. Тихо! Так. Ё-моё, я их боюсь, блин, эти звуки стрёмные издают, вообще. Класс, что нашу энергию тратить, это камера. Все, Дэн, вот эта вот, которая здесь, она пропала. Вот, всё, не открывай, не открывай, не открывай! Блин, я думал, вы сейчас откроете! Не, просто по зеркалу реально можно посмотреть, она там стоит или нет, ее там нет. Все, открывайте. Вот, видишь? Фух, 48%, вы понимаете, у нас энергии меньше, чем для прохождения уже. Вот и весь прикол. 47, энергия, не траться, пожалуйста. У нас одна палочка, значит... А должно 0 палочек или одна быть, я так и не помню. Одна. Все, значит, все нормально. Что ты там стучишь по холодильнику? Еды нету, не купили. Опять 44, 43, энергия садится быстро, энергия, ты чего? Чего так быстро садишься? Ладно, нормально, еще живем. Ну да, максимально двери мы не закрываем. Но мы видим, мне кажется, все-таки можно было двери не так держать открытыми долго. Ой, закрытыми. А, я появилась. Нет, там, я видел, Дим, через стекло там стояла пони. Опа. Это кто-то оживает, она пришла. Скрывай. А, блин, а может... Блин, мне кажется, мы не пройдем так, если она сейчас опять будет полдня там стоять. Да. Ну я по зеркалу буду смотреть, она там пока стоит. А может она ближе может потом подойти? Или нет? Нет, она только так и стоит. Значит, она все-таки атакует так. Да. Ну да, она еще и звук издала, когда они видят или стучат в окно, или как-то они звуки издают. Марио, нет. Ушли. Вообще с левой стороны слабо атакуют. Получается, с правой стороны вообще мощно. Блин, мы не затащим, пацаны, у нас энергии очень мало. По идее, нас уже должно... Две палочки. А, так, точно. Ну да, сидит. Калитка. Так, сидит на диванчике. И стоит еще возле двери, не открывайте. Сидит на диванчике, кушает бананчики. Бананчики. Ножку поднял. Фу, навонял. Извини, у меня просто стишки. А, выходите. Заходите. Блин, она опять пришла, смотрите, правая дверь просто есть, мы пройдем, мы там сможем пройти. Так еще стоит справа, еще не открывайте. Ё-моё, прессуют нас. Нужно пока не смогли еще. Есть. Так. Кстати, она звуки никакие не издавала, она просто встала возле окна. Не, она издавала, она постучала 3 раза. А, я не услышал. Она там стоит или нет? Так, я вижу с правой стороны жестко. Не, ну, сейчас уже ночью закончится.
16%. Ребята, есть! Это уже было сложнее намного, я прям даже запереживал. Если вам понравилась эта серия и вы хотите увидеть прохождение остальных трех ночей, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд, Телеграм. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Всем пока! Пока-пока!